Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как устройство Honor 10X Lite можно ускорить. Если же вы им уже пользуетесь какое-то длительное время и заметили то, что его работоспособность упала, что вы можете с этим сделать? У вас есть на устройстве предустановлено приложение «Диспетчер телефона». Открываем его, оно там сканирует само все там функции, которые оно может исправить. Как видите, у меня оно практически идеально. Нажимаем «Оптимизация». И затем оно там само поправляет все функции телефона. И как видите, оно там удалило там какие-то ненужные файлы, проверило безопасность, какие-то там функции батареи не выключены, то есть, которые потребляют батарею. Нажимаем «Готово», и все. Как видите, у меня вообще телефон в идеальном состоянии. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки и пока!